В рамках акции «Абызбергемос» более 4000 семей в Нур-Султане получили бесплатные продуктовые корзины. В них входит все самое необходимое – гречка, рис, сахар, подсолнечное масло. Общая стоимость такого набора примерно 15 тысяч тенге. Помощь оказывают спонсоры, а волонтеры уже доставляют продукты по адресам. Можно записаться через 109. В каждом также районном акимате есть свои номера телефонные, по этим телефонным номерам те семьи, которые непосредственно нуждаются в продуктовой корзине, они могут записаться. Наши люди эти звонки обрабатывают, делают списки, потом уже мы эти списки передаем спонсорам, спонсоры только решают поддерживать, помогать. Дальше вот согласно этим спискам мы закупаем вот такие вот продуктовые корзины в гипермаркетах, в разных. И с помощью наших волонтеров мы довозим.